Итак, всем привет, ребят, с вами Flutter Green, и мы сегодня будем делать реакцию на мадам Apple Sauce. Я понятия не имею, что это может быть за такой вот комикс, так что давайте-ка глянем. Да, и перед началом, я точно не знаю, куда я это все-таки выложу, наверное, на большой канал, мало ли этот ролик соберет просмотры. В общем-то, знаете, что у меня есть второй канал, где я делаю реакции на качественные комиксы по поням, на летсплеи по пони-играм, как всегда. И, в общем-то, на разные мульты буду еще делать, производить какой-нибудь контент. Так что заходи, ссылка в описании. Что ж, начнем. Ага, здесь почти закончили. Эй, Эпплджек, я собираюсь лечь на сено. Я едва могу стоять после доставки пирога Ванкуферу. Конечно, Бигмак. Ага. Извини, что не смогу протянуть тебе копыта помощи. Уборка сарая заняла больше времени, чем я ожидала. Спи крепко. Хорошо, горизонт чист. Что она задумала? Эпплджек? Да? О, привет, Спайк! Ух ты, какое у тебя выражение лица! Должно быть, я тебя сильно напугала! Извини, сладенький! О, да, ты меня напугала! Хе, ничего страшного! Куда-то собралась, Эпплджек? Ах, да, я собираюсь в парикмахерскую с гривой! Знаешь, чтобы привести в порядок эту беспорядочную кучу гривы и некоторые девчачьи штучки, которые никогда не заинтересуют дракона! В любом случае, уже темнеет, тебе лучше поскорее вернуться домой, хорошо? Ну ладно, увидимся позже, Спайк. Да, увидимся позже. Ты здесь! Я так рад снова тебя видеть! Мы будем готовы через минуту! Конечно. Встаем, встаем, пони! Мадам Apple Sauce в здании! Убегите подушки и приготовьтесь к фотосессии! Мы говорим о мадам Apple Sauce, а ее в гейме драгоценно! Вот, она идет! О боже! Я никогда не видел никого более грациознее, чем она! Даже принцессу! Где она была всю нашу жизнь? После фотосессии. Нет, ничего не поделаешь. Наше агентство защищает личность наших клиентов. Мадам Apple Sauce покинула здание. Эта фотосессия заняла больше времени, чем я думала. Повезло, я почти... Это ты, Эпплджек? А? Спайк? Что, черт возьми, ты здесь делаешь так рано утром? Ничего особенного. Так что, ты закончила со своими девчачьими штучками? Да. Это было просто немного... Знаешь, девчачья забава и все. Да, да, конечно. Ну что ж, посмотрим твои что. Увидимся, Эйджей. Знаете, у меня уже такое чувство, что это была типа пародия на новый сериал, который вот уже вышел и закончился. «Голый режиссер». Кто не знает, это true история про одного порно-режиссера, который устроил революцию в этой индустрии, потому что, ну, типа, это было еще в 80-х или около того, и рассказывается полностью его жизнь, как он к этому пришел и так далее. То есть режиссер нас... Вообще, сам сериал очень классный. Мне он очень понравился, и всем советую, кому есть... Больше 18. В его поведении в последнее время есть что-то очень странное. Это может быть что-то серьезное. Лучше поговорить об этом с Твайлайт. Твайлайт? Что-то не так со Спайком. Он говорит какую-то чушь и кажется таким напряженным, как будто вот-вот взорвется в любой момент. Возможно, он переживает очередную драконью фазу или что-то в этом роде. Поторопись! И тебя тоже с добрым утром, Эпплджек. Да, я уже знаю, что что-то не так. И причину, почему это происходит, я узнала только что. Ясно, понятно. В чем дело, Твай? Я очень беспокоюсь о нем. Спайк открыл себе новую сторону. И это, вероятно, благодаря тебе. Я? Что, черт возьми, я сделала? Правда, Эпплджек? Просто взгляни сама. Что-нибудь из этого тебе о чем-нибудь говорит? Но как? Как что, Эпплджек? Откуда я узнала, что это ты? Ты думаешь, что можешь просто прикрыть свое лицо и кьюти-марку, и все? Я почти уверена, что Спайк это тоже не вело в заблуждение. Он знает тебя, меня и остальных девушек уже много лет. Наши задницы находятся прямо на уровне его глаз. Ради бога!
Я действительно думала, что никто не узнает меня под маской. Платили хорошо, и это было весело. Ага, я уверена, что Спайк тоже находит это забавным. Ну, как и все в Эквестрии наверняка. Это всего лишь этап. Каждому мальчику в какой-то момент становится любопытно. Да. Рано или поздно он это переживет, верно? Я не ожидала, что это произойдет так скоро. Что меня больше всего беспокоит, так это тот факт, что Спайк не твой типичный жеребец. Кто знает, какие ужасы может повлечь за собой либидо дракона. В любом случае, я возлагаю на тебя ответственность за любой беспорядок, который Спайк устроит в своей комнате. Да пусть устраивает ее-то какое дело, лол. Типа, это как бы норма для любого подобное испытывать. Что ни говорите, в любом случае, это норма. Это даже больше, чем норма. Ладно, на этом все. Короткий комикс был, но что поделать. Всем удачи, спасибо за просмотр и всем пока-пока.